Всем привет, это Рэббит из Mad Hands Crew. Сегодня мы выучим новый трюк. Этап номер один. Для начала нужно научиться катать мяч по рукам и груди. Вся хитрость движения в том, что правая рука задает движение мячу, просто подкручивая мяч к себе, а левая только направляет ее. Важно во время катания не опускать руки. Поднимаем левую руку, чтобы мяч упал под нее. Теперь одновременно поднимаем руку и поворачиваемся вокруг оси через правое плечо. Ловим мяч за спиной. Как только мяч скатился с руки, резко убираем ее за спину, чтобы успеть поймать мяч. Итак, все вместе. Катим мяч по правой руке, поднимаем левую руку и поворачиваемся вокруг оси, сразу ловим мяч за спиной и выносим руку с мячом над головой.